Еще вода не идет, куда ты плывешь. Это привычка у тебя, да? Ух. Покемон, ай, молодец, покемон. Мишань, плыви. Вот, Софи, молодец. Так, Юми, дай Софише. Девочки. Кто это такой? Юми, что происходит? Привет, я Энни Мэджик, и кто еще не знает, мы наконец-то переехали в свой дом. И я, как и обещала, показываю вам нашу обычную жизнь, чем мы занимаемся. И сегодня у нас банный день. Я буду купать всех своих 4 собак в новой ванне. Тем более, что они уже явно не очень чистые, потому что последний раз мылись в ноябре где-то. Мы пошли готовиться, а ты пока что подписывайся на канал, чтобы не пропускать самые новые видео из нашего нового дома. Кстати, в прошлом видео, где я показывала вторую часть дома, темную, была ванная комната. И я сказала, что эта ванная именно личная. Я всегда мечтала о большой ванной комнате, и мечта сбылась. А питомцев я буду мыть вот в этой части дома, потому что теперь у нас есть целое хозяйственное помещение для всяких таких дел. Кстати, ставьте лайк на это видео, если хотите увидеть, как купается наша киска Алиска, потому что она тоже уже довольно грязная, ей пора помыться, так что лайк. Кто хочет мыться? Эйвен, Миша, где? Софи и Юмичу хотят больше всех, Эйвен и Миша не очень, видимо, хотят мыться. Я, кстати, нарочно не стала переодеваться для видео, чтобы все было действительно так, как обычно, а сейчас еще вот эти ушки надену, чтобы волосы мне не мешали. А вы пишите свои комментарии, потому что они попадаются в видео, и голосуйте вопросики, что вам интереснее больше всего. Вы в курсе, что на канале Magic Pets тоже снова новое видео, столько новых роликов? Юми уже поплыла, потому что она чувствует, что вода сейчас начнется. Юми, еще вода не идет, куда ты плывешь? Это привычка у тебя, да? Короче, саму основную помывку мы будем делать в раковине вот в такой вот, а потом все вместе пойдем купаться именно в большую ванную. Вниз я стелю полотенчика, чтобы собака не скользила, это очень хороший лайфхак, который я когда-то где-то увидела очень давно, несколько лет назад. И водичка у нас должна быть тепленькая, то есть комфортная для рук, не горячая и не холодная. Корзиночка, в которой лежат все средства по уходу за питомцами, за животными. Здесь всякие шампуни, все такое. Губочка, вы увидите, для чего пригодится нам. Также здесь есть все для зубов, для ухода за шерстью, всякие расчесочки, для ухода за когтями. Я уже снимала много самых разных видео о купании животных своих, так что ссылочки на них я оставлю внизу в описании. Там очень много полезных советов. Сейчас будем мыться. Сначала мы намочимся водичкой. Водный массажик, да. Ну, понятное дело, большую собаку, кстати, вот так вот в раковине не помоешь, ее надо в ванну вести. Так вот, как я приучила их мыться, когда собака вела себя спокойно, нормально, я ее хвалила. А как только она начинала нервничать, переживать, трястись или еще что-то такое делать, я просто это игнорировала, не ругала, ничего, говорила с ней нормальным тоном. Когда собака хорошо себя ведет, я ее хвалю, прям хвалю эмоционально, с радостью, можно вкусняшку давать. Тогда собака поймет, что мыться это очень даже интересно. Но не у всех так бывает. Например, у меня собаки в принципе не любят мыться, не любят воду, никто, кроме Софиши. Многие шампуни концентрированы, их нужно разбавлять. Сколько, Юмичу, у тебя шерсти? У меня уже они разбавленные, поэтому нужно обязательно читать инструкцию. Это прикольно, именно мыть ее пеной, таким образом больше распространится шампунь по телу. Для этого нужна губочка, это очень удобно. Вы постоянно спрашиваете, как часто мыть собаку, но я все время отвечаю, зависит от загрязнения, потому что у всех собак разный образ жизни. Кто-то целыми днями на диване лежит и не пачкается, кто-то целыми днями по паркам гуляет. А сейчас почешу вот здесь за ушками, кайф. Кайф. Когда мы жили в городе, я мыла песиков примерно один раз в месяц, в 2 недели, в зависимости от загрязнения, как я сказала. А за городом шерсть очищается более как бы естественным образом, и можно просто расчесывать. Тем более сейчас зима, снег кругом. Ну а мыть раз в 2-3 месяца, как я сейчас и делаю. Опять же, уход за шерстью разных пород, он очень сильно отличается, поэтому изучайте информацию именно о своей собаке. Сейчас, кстати, большинство шампуней для животных антислезки, то есть не так будет щипать и жечь, скорее всего, вообще не будет. Ушки тоже аккуратненько помоем, с ушами тоже аккуратно, чтобы вода особо туда не попадала. Смотрите, ой, кто это такой?
Кто такая летучая мышь, а? Смотрите, какой хвост у покемона. Палка. Тю, какая палка торчит. А я мечу, я не могу. И уши такие у тебя. Ух. Сейчас тепленькой водичкой все это надо смыть хорошенько. Юмка уже чуть-чуть у нас трясется. У чихуашек это очень часто такое, они перевозбуждаются, они могут от счастья трястись, от нервов трястись, не обязательно от холода, потому что здесь тепло и вода тоже теплая. Эмоциональное перевозбуждение. Смывать нужно тоже очень хорошо, прям до скрипучего, прям вот чтобы идеально смылся шампунь. Шампуни, кондиционеры, короче, всякие средства, они должны быть именно собачьи, ни в коем случае не человеческие, потому что у наших средств, у них другой состав, и может случиться какая-нибудь аллергия, начаться проблемы с кожей всякие, короче, что угодно. И сейчас будем использовать кондиционер. У меня тоже он уже разбавленный. Включила вот здесь вот в ванне водичку, чтобы она набиралась. Мы туда пойдем все вместе сейчас купаться. Только тебя домой и пойдешь купаться плавать, да? Да. Сколько лишней шерсти у покемона. Это вот был такой первый раз, первый мой опыт мытья собаки в раковине. И я поняла, что это, конечно, более-менее удобнее, чем в ванне. Хотя в ванне удобнее мыть именно большое количество всех сразу. Но слишком много шерсти. Пойдем плавать, пошли. Сколько шерсти от Юмичу здесь, это вообще. Вот тут вот все в шерсти, это все нужно будет вытирать. Вода стекла, и вот здесь вот сейчас большая часть шерсти. Это от одной только Юми. Короче, помыть одну собаку, может быть, раз в несколько месяцев здесь нормально, но мыть всех четырех подряд, еще кошку, unreal вообще. Все идем купаться. Ать. И Васик. В ванной есть вот такая шторочка, а также тут есть свет. В первую очередь мы сполоснем Юмичу. Намочим всех остальных. Многие спросят, не проще ли по очереди мыть, но у меня как бы собаки все привыкли мыться все вместе. Не все любят это делать. Например, если Миша терпит, Софиша более-менее любит воду, то Эйвен вообще не любит мыться у нас. В некоторых роликах вы могли видеть, как собаки плавают все вместе у меня в ванной, купаются. То есть, когда вода постепенно набирается, достаточная, чтобы плыть. Все уже практически помылись. Я сейчас смываю остатки шампуня и кондиционера, всю вот эту вот пену хорошенько промываю с песиков, с их шерстки, да, Мишань? Все, мы все помылись, я сейчас воды наберу в ванную, и мы чуть-чуть поплаваем. Провести сюда воду была целая история. Мы хотели, чтобы у нас вода здесь была как в квартире, поэтому мы решили копать скважину. Но это только было начало. Когда копали скважину, выяснилось, что вода, вот, которой именно можно пользоваться, она не так уж и близко к поверхности земли, поэтому копать нужно очень глубоко. Приезжал целый кран, целая машина с вот такими какими-то штуками, они тут бурили эту скважину очень долго. Выяснилось, что эту воду нельзя пить, и вообще как-то она непригодна для использования, поэтому нужно ставить какие-то специальные вот такие огромные штуки, которые будут фильтровать, добавлять какие-то элементы. Она еще проходит какую-то обработку и уже доходит в наши трубы. Короче, целая тяжба с этой водой, но в итоге все нормально. У нас горячая вода, которая нагревается специальными котлами, и ты можешь в любой момент ею пользоваться. Мишань, плыви сюда, давай. Вот молодец, давай, иди сюда, молодец, давай. Давай, давай. Как ты на море летом поедешь и будешь плавать, а? Софиш, давай, иди сюда. Ай, молодец, Софиша. Наш старичок Эйвен никак не хочет купаться и плавать. Последнее время Эйвен стал очень ленивый, такой капризненький. Я думаю, это связано с возрастом все-таки. Сейчас мы его высушим хорошенько. Как я всегда говорю, обязательно после ванны собаку нужно сушить. Чтобы вы понимали, насколько у нас тепло, посмотрите, как окна запотели просто от того, что у нас здесь аж как в бане. Софиш, давай, плыви. Плыви, 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 молодец. Давай, 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 давай. Ай, молодец, Софиш. Молодец. Плыви, 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 плыви. Ай, молодец, молодец. Плыви, Юмичу, покемон. Ай, молодец, покемон. Молодец, молодец. Юми, плыви, плыви. Ай, молодец, давай. Мишань, плыви, плыви. Вот молодец, молодец. Давай, Софи,
Ай, Софиша молодец. Обратно. Вот, Софи, молодец. Обратно. Обратно давай. Молодец, Софи. У нас кончились наши лакомства платинум, поэтому я подкармливаю девочек сырком, да? Да. Молодцы, красотки. Несмотря на их такой потрепанный вид, сам факт, что собака ест лакомство, означает, что она не на стрессе, она не нервничает, она нормально себя чувствует. Так, Юми, дай Софише. Вот молодцы. В воде уже плавает куча шерсти, и камеру мне забрызгали, поэтому надо спускать воду. Вся камера в воде. Каждое купание, даже если собака не очень любит воду, как и мои собаки, должно все равно как-то хорошо заканчиваться, хорошо идти, то есть их должны поощрять, давать вкусняшки, и таким образом они привыкнут к воде. Кроме поездок всяких на море и походов на озера и речки плавания, можно сделать во дворе какой-нибудь бассейн такой большой, в котором мы будем купаться. И я бы сняла такое видео. Как вам такая мысль? Если вам интересно что-то такое, то тоже пишите в комментариях предложения свои. Может, у вас какие-нибудь прикольные идеи возникнут. Софишка тоже очень смешная. Ну что, кто мои собаки? Пойдемте сушиться, да? Вся процедура на самом деле длилась вообще не очень долго. Сейчас главное девочек очень хорошо просушить. Это тоже важно, чтобы собака не простудилась. Я их еще не досушила, а они уже сказали: все, мам, отвали, мы будем сами сохнуть. Вот таким вот образом. Если вы замечали, что ваша собака вот так вот делает, особенно после купания, ну хватит ругаться, Юми. Юмичу, не трогай Софишу. Короче, если вы замечали, что собака вот так вот делает после купания, то, скорее всего, вы не до конца ее высушили, и она вытирается таким образом. Я сейчас буду их всех досушивать, конечно же, когда договорю, когда вы перестанете спорить, девочки. Ну нельзя же так, а? Да, вот все, хватит. Вот, видите, София сушится таким образом. Это очень странно и смешно выглядит вообще. А? Да. Посмотрите на эту милоту. Кто это такой? Кто это такой, а? Юми, что происходит? Что происходит? Короче, переходите по ссылке на новые ролики на других каналах и лайк, если хотите. Купание киски Алиски!